Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дмитрия с ником Есенин БУАЙ Беларусь, не знаю, что это означает, или БУ. Находится он в гильдии Новая Эра. БГ Босс 16.00, взнос КГ соточка, WhatsApp, АФК, КИК. Ну, пропуск. Так и фартов, насколько я понял. Первые, третьи места, кидайте заявочки, вступайте. Так, поехали. 53 тысячи самоцветов, по сути, накопленные, либо накоплено-задоненные. Смотрим, кого нам... О, тут нормально, 20 героев хоть есть в запасе. Трифит, Командора, Седна, Ледяха, Землеройка, Сура, Ронин, Махатма, Рогатка, Бугимен. Ну, в общем... Стандартный набор с последних героев. Вот такой вот у нас коллекционер. В принципе, плюшки довольно-таки неплохие. Поехали. Не будем тянуть. Ниндзя, ничего себе. Сноу, прям, блин, прям жесткий. Суккуб, что же будет дальше? Ведьма. Как обычно, на русском сервере... Полный трэш. Бульдозер. Но я смотрю, знаете, имба одна круче другой. Напоминает мне первый роллинг сегодня. Ну, так уже получше, конечно. Но у него есть Фрея. Фреи сейчас никого не удивишь. Точно так же, как и Анубисом. Потому что они есть практически у всех. Но у кого нет, это дело времени. Поехали дальше. Одержимый. Еще один одержимый. Вот так вот. Итого 13 косамов. 6. Неплохо. То есть идем пока нормально, стабильно. Поехали. Сбегаем по нашей схеме в рейд. Сейчас будет по-любому имба. Я же говорил, будет имба. Ниндзя сразу же. Блин, что с этим рандомом? Рыцарь-паладин. Куда уже круче, я говорю. Чем дальше, тем круче имба. Еще одна Фрея. Ну куда их столько? Вот что он будет с ними делать? Две Фреи, и ты уже понимаешь, что это уже фигня на сегодня. Какая Фрея? Нужен Лазуля. Болгрома Кенди. Просто отпадный роллинг. То чувство, когда у тебя вот Фрея есть уже вкачанная. Просто жесть какая-то творится, ребят. Надо за него выпить кофейку. Так, надо на ком-то слиться, походу. Переходим, ребята, на тактику слива. Ну, отлично, 30-й огник. Что еще хотеть? Вот тут вот приятно сливать героев. Быстро, качественно. Без всяких вопросов. Так, ну что? Где наша импа-ниндзя? Хотя, честно говоря, череп. Честно говоря, Дед Мороз весной — это самое актуальное. Профессор Риббит. Блин, вот реально, у него куча недостающих героев. Падает в основном то, что есть. Сердцеедка. Либо просто магазинные герои. Хранитель душегуб. Две Фреи, нафига они ему надо? Просто жесть. Вот все больше и больше удивляюсь русскому серверу, насколько здесь все печально. Так, ну что, имбушка, приди.
существо. Да, одержимый. Вот скажите, вот куда столько героев? Да, мы уже собрали там слизней. Рыцарь Сноу, малыш Ник. Это реально боль. Да, две Фрей это круто, блин. Ну куда их целить уже? Почему нету вон того фиолетового в шляпе? Тритон шаман, Купидон. Еще одна фея. ПБшка. Ну. А вот зачем ему ПБшка сейчас? Профессор Риббит. Да, Роллинг классный. Выпало дофига. Добрый вечер, Валентина. Ну, по сути, мы не выбили даже ни одного. Букимен, Капитан Рогатка, Махатма, Асура, Ронин, Землеройка. Ледяха, команда. Да, блин, столько героев. Мы всегда выбивали, а тут вообще эти герои. Причем, я смотрю, они вообще на аккаунтах практически не падают. Так, давайте переждем. Блин, таланты неплохие у него. Хорош. Реально хорош. Вот таковка, конечно, не очень. Но такой-то силе. Ну и ремок хватает. Блин, а у него ремок дофига, конечно. Отлично. Блин. Ну что я могу сказать? Поехали дальше. Это печаль. Это боль. Надо переставать ролить. Вот драку. Это просто нет слов. Да, мы собрали 20 осколков лазули. Мы собрали пакт, а мы собрали самую имбовую эту руны. Ну это жесть. Скажите еще, что на русском сервере нормально играть. Многие пишут, вот что русский тащит, он самый классный, крутой. Где он крутой, что он? Хотите терять время, заходите на русский сервер. Ни одного недостающего героя, ни одного. Не то, что хотя бы половинку, вообще ни одного. Зато, блин, куча имбо-героев, которые у него уже есть. Что ты сделаешь? Ничего. Да. Так, что у нас там перелимит каких-то плюх? Целых 10 яиц нам дали забрать возможность. Карты не дают забрать. Да. Сейчас у меня будет дилемма опять, куда открывать. Ой, ладно. Что заморачиваться, он заберет, зайдет. В общем, ребят, такой вот коллекционер, от которого реально бомбит, потому что и не падает, и фиговый коллекционер. Вы можете выбить того героя, но вы получите за него фигню, блин. На английском сервере вы бы уже половину героя десятки качнули за эти коллекционеры, потому что там дают топовые слизни каждый раз. Ну, русский сервер, как обычно, выделяется среди всех. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Поддерживаем Дмитрия, ну, не прет сегодня.
Всем пока.